Если вы желаете приобрести для своего бизнеса только самое лучшее и за умеренную плату, станки для ковки серии «Мастер» созданы специально для вас. Это оборудование «Работяга». Его отличает высокое качество, надежность и демократичная стоимость, которые и ставят продукцию «Мастер» вне конкуренции. Производственная компания «МАН» представляет компактный производственный станок для художественной ковки «Мастер 3». Универсальный кузнечный станок с электрическим приводом предназначен для изготовления кованых элементов из различного металлопроката, квадрата, полосы, круга и профильной трубы. Станок осуществляет операции холодной ковки, спиральную завивку, продольное скручивание прутка металла, вальцевание, скрутки в кольцо. Мастер 3 – это оптимальное решение как для повышения производительности существующих предприятий, так и для организации своего кузнечного дела. Станок выполняет широкий ассортимент элементов и при этом не требует больших капиталовложений. Станок для ковки Мастер 3 подойдет даже тем, кто ищет дело для души в свободное время, так как работа на станке проста и удобна и не требует высокой квалификации кузнеца. Кузнечный станок Мастер 3 – отличная альтернатива ручному оборудованию, имеет неоспоримое преимущество. Вы получаете высокопроизводительный электрический станок по стоимости ручного оборудования, выполняете все основные операции холодной ковки, работаете с более крупным металлопрокатом. Две рабочие зоны станка делают его универсальным и удобным в использовании. Подключение к бытовой сети. Станок может быть изготовлен с питанием 220 и 380 вольт. У вас не возникнет сложностей с его подключением. Современная технология энергосбережения, при которой потребляемая мощность станка не больше, чем у электрического чайника. Простота эксплуатации, надежная и простая конструкция дает возможность эксплуатировать оборудование в неподготовленных помещениях и не обрабатывать заготовки перед их закреплением на станке. Малые габариты позволяют легко осуществить транспортировку станка. Повышенная производительность. Станок работает с двумя заготовками одновременно и имеет оптимальную скорость вращения рабочего вала для быстрого выполнения ваших заказов. Технические характеристики станка. Установка станка производится как в закрытом помещении, так и на улице, при благоприятных условиях плюс 5, плюс 40 градусов, без осадков. Установите станок на рабочую поверхность, станину. Выровняйте уровень станины станка. Установите в редукторе пробку отдушину в нужное положение. Электрическое подсоединение производится к клемным колодкам в электрическом шкафу или к вилке подсоединяющего кабеля в зависимости от комплектации станка. Перед пуском в эксплуатацию проверьте зажимное приспособление и зажим заготовки. Станок оснащен автоматом-выключателем и индикатором тока сети. Включение электрической части производится включением автомата-выключателя. Индикатор сигнализирует о включении станка в сеть. Вращение двигателем выходного вала задается включением кнопок вперед и назад. Двигатель работает только при нажатой одной из кнопок. Спиральная завивка прутка может выполняться на всех лекалах станка Мастер 3 с нераскованными заготовками. Если у вас есть возможность расковки окончания заготовок, вы также можете использовать их при работе на станке. Нераскованные заготовки сечением до 14 мм включительно могут устанавливаться в лекало по 2 штуки. Для изготовления валют на большом сборном лекале необходимо установить шпильки во втулку фланец, установить лекало большое сборное, закрепить гайками, установить в нужное положение кронштейн откидного ролика, кнопками вперед и назад выставить центральную часть лекала в положение так, чтобы паз был направлен в сторону откидного ролика и заготовки. Заготовка свободно входила в горизонтальном положении в паз лекала. Поместить заготовку в паз центральную часть лекала. Винтами выставить калибр прутка без затяжки. Кнопкой вперед приводим в действие вращение вала. Поддерживаем руками заготовку. После получения готового элемента достаем заготовку. Станок позволяет изготавливать элементы из двух заготовок одновременно. Сечение заготовок с нераскованным окончанием до 14 мм включительно. Станок работает с профильной трубой 10 и 15 с раскованными окончаниями. Спиральная завивка осуществляется на заготовках из квадрата, круга, полосы. Мастер 3 позволяет изготавливать мегавалюты шириной 400 мм. Мегавалюты используются на входных группах, воротах, заборах. Установка мегаликала. Установить шпильки во втулку фланец. Установить мегаликала. Установить центральную часть лекала большого сбора.
сборного, зафиксировать гайками, установить в нужное положение кронштейн откидного ролика. В работе с мегаликала используются заготовки, предварительно скрученные в начальный завиток на большом сборном лекале. Для изготовления бубликов необходимо использовать среднее и малое лекало. Монтаж крепления и подготовка к работе малого и среднего лекал происходит аналогичным образом, только меняется положение кронштейна откидного ролика. Установка лекала среднего. Вкрутить шпильки во втулку фланец, установить лекало среднее, закрепить гайками, установить в нужное положение кронштейн откидного ролика. Кнопками вперед и назад выставить среднее лекало в положение так, чтобы паз был направлен в сторону откидного ролика и заготовка свободно входила в горизонтальном положении в паз лекала. Поместить заготовку в паз среднего лекала. Винтами выставить калибр прутка без затяжки. Кнопкой вперед приводим в действие вращение вала, поддерживаем руками заготовку. После получения готового элемента достаем заготовку. Возможность работы с двумя нераскованными заготовками позволяет увеличить производительность и повторяемость элементов. Использование профтрубы в изготовлении изделий выгодно, так как себестоимость изделия получается ниже, при этом изделие смотрится объемным. В отличие от аналогов, на станке простое устройство фиксации заготовок, не требующее зачистки, подгонки для вставки в калибровочное устройство. Станок оснащен откидным роликом для изготовления бубликов и валют. Таким образом, при производстве отсутствует риск поломки из-за невнимательности оператора станка. На станке Master 3 можно изготавливать кольца внутренними диаметрами 75 и 118 мм из всех типов металлопроката, квадрата, круга, полосы и профильные трубы. Для изготовления элемента кольцо необходимо установить шпильки длиной 82 и 112 мм, установить шайбу упорную, установить плант шайбу, закрепить гайкой. Вкрутить упорный винт в резьбовое отверстие шайбы упорной в зависимости от используемой плант шайбы. Установить кронштейн откидного ролика. Кнопкой вперед приводим в движение вал. После навивки колец производим остановку рабочего вала. Кратковременным нажатием кнопки назад ослабляем действие заготовки на откидной ролик. Снимаем заготовку. Настройка вашего станка Master 3 для выполнения операции продольное скручивание занимает меньше минуты. Станок Master 3 позволяет осуществлять продольную скрутку на длину 400 мм. Кронштейн для продольного скручивания крепится болтами к станине Master 3. Для изготовления торсиона выставляем ползун на нужную длину скручивания. Винтами втулки свободного хода выставляем калибр заготовки. Устанавливаем заготовку во втулку. Второй конец заготовки фиксируем винтами ползуна. Нажать кнопку вперед. При процессе скрутки отсчитать необходимое количество оборотов скрутки и отпустить кнопку вперед. Кратковременным нажатием кнопки назад ослабить действие заготовки на крепление. Извлечь заготовку. Внимание! Втулка фиксации используется непосредственно для профильной трубы. Винты ползуна используются для фиксации проката квадратного сечения и полосы. При большом количестве оборотов скрутки может произойти разрыв заготовки проката. Не перекручивайте заготовку. Шишка-корзинка. Приготовить заготовку для изготовления элемента. Для этого возьмите 4 заготовки равной длины 180-250 мм из квадрата 8 на 8 мм. Сложить их вместе, так чтобы в сечении получился квадрат 16 на 16 мм. Зафиксировать их вместе по концам с помощью сварки, зачистить сварочные швы. Установить ползун на требуемое расстояние от втулки свободного хода. Вставить один конец заготовки во втулку свободного хода, второй зафиксировать между винтами втулки фиксации. Кнопкой вперед начать процесс скрутки на 3-5 оборота. Нажатием кнопки назад выполнить операцию раскручивания заготовки на пол оборота, 1 оборот для получения необходимого объема элемента шишка-корзинка. Коротким нажатием кнопки вперед разблокировать модуль, ослабить винты втулки свободного хода, сдвинуть ползун по кронштейну, извлечь из втулки свободного хода полученный элемент. Операция вальцевания. Приспособление вальцевания применяется для изготовления декоративных элементов дуг и арок. Для начала устанавливаем центральный ролик через шпунку на вал, закрепляем болтом, устанавливаем заготовку на опущенные ролики, вращением гайки задаем небольшой угол, после чего включаем вращение вала. Не рекомендуется сразу задавать большой угол, желательно получить результат за несколько приемов. Также возможно изготовление дуги из полосы на ребро. Для этого необходимо произвести замену на комплект роликов с канавками. Внимание! С увеличением выше оптимального количества оборотов гаек происходит смятие заготовок в районе центрального ролика. Дополнительные возможности. Если у вас есть возможность производить раскувку окончаний заготовок, функционал станка дополняется операциями по доворачиванию завитка и изготовлению обратного.
обратного завитка. Вы можете приобрести и использовать устройство доворачивания. Данное устройство применяется для придания завитка гусиной лапки декоративного вида на готовом элементе. Устанавливаем устройство доворачивания и закрепляем винтом. Устройство готово к использованию. Устанавливаем заранее изготовленную заготовку в устройство. Нажатием кнопки «Вперед» включаем вращение на себя. Внимание! Если элемент с трудом устанавливается в устройство, попробуйте увеличить длину лапки. Для операции обратный завиток используется имеющееся основание планшайбы для навивки колец с установкой на него первого сектора большого сборного лекала и шпильки. Если у вас есть возможность расковки окончаний заготовок, вы также можете изготавливать элементы валюты, бублики, завитки. Наши постоянные исследования и разработки обеспечивают непрерывный рост уровня выпускаемого оборудования. Проверенные практикой станки «Мастер» надежно выполняют свою задачу. Выбрав такое оборудование, вы сделаете правильное решение. Заказывайте оборудование серии «Мастер». Контакты указаны на экране. Свердловская область, город Заречный, улица Комсомольская, 12, офис 209. Телефон 219-66-90, код города 343. Наш сайт www.master-1.ru.